Вернулся. Всем привет, с вами Прия. Я наконец-таки вернулся домой, приехал со своих вот этих разъездов, всяких отъездов и прочих шалостей, скажем так, назовем их так. Собственно, как я и говорил, я был в Москве, я был в Калуге и я был в Казани. Очень классные города, на самом деле очень хорошие люди. Да, там в Москве, конечно, злые люди, их много, но, знаете, на третий-четвертый день, наверное, жизни там, то есть я там недельку пробовал от воскресенья до воскресенья, и вот где-то так в среду, четверг я начал понимать все-таки в итоге, куда они торопятся. А торопятся-то куда? Чтобы быстрее куда-либо успеть, все в принципе логично. Не успел на метро, опоздал куда-нибудь, не успел на автобус, опять же опоздал куда-нибудь, я чуть на самолет не опоздал. Ну, было на самом деле забавно. Вот. Ну что, сейчас начинаем работу, так сказать, в Варкрафте. Возобновляем ее. Хотя даже во время отдыха я периодически подрубал стримы на часик, на два. Да, конечно, там было специфическое качество звука и картинки, но все же. То есть любой человек мог зайти, пообщаться, там, вопросиков, пару-тройку штучек задать. Я с радостью там всем поотвечал. Вот, также, то есть, получается, у нас рейдики с 15 до 19 МСК, а свободное время — это локалки и мифплюсы. На самом деле, сейчас не знаю, что по учебе будет, там, наверное, первую недельку-две будут только расписания раскидывать, так что стримы, возможно, будут до РТ или после РТ относительно нестабильные, но время рейд-тайма будет стримиться точно полностью. То есть у меня по местному времени это с 19 до 23, а московская это с 15 до 19. Каждый день, но, может быть, я попрошу себе там один денек выходной, чтобы растрясти какие-то дела. Ну, а может и нет. А может все будет хорошо, и мне не нужен будет никакой выходной. Скорее всего, надеюсь, так оно и будет. Вот. Есть на самом деле пара мыслей по поводу видосиков с отдыха. Мол, типа, ну, рассказать вообще, что как было, кто как меня встретил, чем я занимался. Ну, это уже, наверное, в отдельном каком-то видосике. И опять же, если оно вам будет интересно. Если интересно, что-нибудь там в комментах напишите, типа, блядь, Прия, хорошая идея, давай делай. Или там что-нибудь. Не, идея говно, сам говно и все, отписка, дизлайк. Я сразу пойму то, что видосик делать, значит, не надо и труды свои прилагать к этому не надо. А прилетел я еще день назад. И дневной стрим уже сегодня отвел. Видосик записал только сейчас. Потому что дела, дела, понимаете, вот дела делаю, да. Кстати, заметили, да? Почти уже армию света-то догнал до уважения. Там что-то. А, до почтения. То есть еще 21 тысяча репутации будет превознесение, и я куплю руну бесконечную. Ох, будет классно, на самом деле. Киляем рарников, лутаем сундучки, лутаем аргунит. Да. Одеваемся, как говорится. Вот, по поводу вообще 7.3 и прочего. Стримим. Стримим, вскрываем, все делаем. Завтра недельное вскрытие сундуков. Среда же все-таки. Вот. Дополнительно вскрою один аксессуар на варе. Может быть, что-то полезненькое упадет. Надеюсь, нет. Завтра РТ. Мифик. ГС. Кому интересно, приходите. Будет весело. Буду одеваться, буду монетки кидать. У меня 6 монеток просто так. И 2 монетки еще с квестов принесут. С Цитадели Ночи и Гробницы Саргероса. Ну, с Гробницы Саргероса прокнул и с Циэна прокнул. Ну, вообще классненько. 8 монеток на неделю. А мифических боссов у нас всего лишь 7 убито. Это гениально. Ладно, такое вот вам вступительное видео с текущим моим настроем. Я готов уничтожать, как говорится. Я готов ломать. И я готов убивать. Так. Всех вам благ. Счастья там.
здоровье, как говорится. Что я там еще говорю? Кстати, вы все легендарки дропнули? Я же сейчас буду вычислять по IP, и кто не дропнул, их буду банить. Так что-ка давайте там. Запасайтесь легендарочками. Куда же без них-то? А мне вон Сефус упал, пока я стримил с аэропорта в Казани. Это было забавно. Берегите ноги. До скорого.